прийти? Че это найти? А где? Я хз. Рифмы. Ну, блин, по логике вещи, зачем отсюда уходить? Тут надо было что-то найти. Ну а просто это. А где? Здесь это было? Не помню. Э? Уэй! Чё это такое? Да, это оно? Да, это оно. Третье. Вот эти, да? А что, обведено? Не понял. Что-то обведено, почему? Непонятно. Да блин, это не то, что мне нужно. Мне нужна крутилка. Где она? Но она явно должна быть в каком-то знаковом месте. Ну, то есть там должна быть какая-то катсцена, иначе я просто упущу предмет этот, и все. Буду потом бегать. Ну а тут, блин, больше нет ничего. Ведь так, я правильно понимаю? Так, отсюда мы изначально пришли, да? Ну и как бы все, больше нету ничего. Только если назад. А наверху был только маяк. И все. И что я, блин, упустил тогда здесь? Может быть, там нужен просто вот этот один из этих значков? Что это? А. Ты что, яукаешь? Ты же все масишь? Так, эта хрень не работает. Ну а что, давай вот так. Ха! Окей, какую там, говоришь, надо поставить? Окей. Она? Вообще, по логике, надо вот это поставить. А, вот так вот даже. Окей. 5 точек. Ну, окей. Использовать. Да ну ё-моё, как это работает? Сюда. Окей, дальше. Угу. Самое первое, да? А. Сюда. Так, лево. А чё я вставил сюда? Стоп. Вытащи это. Сюда. Сюда. Правильно? Да, правильно. Угу. Сюда, сюда.
что-то изменилось. Так, правильно. Только кверху ногами. Может быть, я кверху ногами? Да нет. С завитушкой, с двойкой, окей. Две полоски. Ну да, вроде все правильно. Что-то не так? Окей. Что случилось? Пятница 13-я. А что там? Я уже не помню, что там. У меня для вас плохие новости. Уже довольно давно я получил доступ к вашему устройству, через которое вы посещаете интернет. Все время наблюдаю за вами. Все вы иной сайты для взрослых, на которых вы посещаете. Ну, вы уже поняли, чем пахнет. Че? Это такое письмо ты получил? Требует 650 баксов. За что? Натя, здравствуйте. 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 650 баксов, говорит, требует. Как это? Мне письмо приходило на почту. У нас, говорит, фамилия ваших родственников. Угрожают мне, что ли, не пойму. Я сейчас знаю. Смерть чувака в ванной на руках. А. Я просто не понимаю, за что я должен ему 650 баксов отдавать? За то, что он что, расскажет, что я смотрю в интернете, порнуху, и чё, чё изменится? Такой, допустим, ну да, я смотрю порнуху в интернете, и чё? Что? Что изменится-то от этого? Того, что я это скажу? Абсолютно ничего. Просто, ну, что? Взломали камеру? Микро, которых у меня нет. А, ну замечательно. Потрясающе вообще. Чё там, Кнатян, приняли? Смайл-то у тебя. Или как? Я себя вижу. Третий глаз. Интересно. Интересно. Откуда у человека, который смотрит порнуху в интернете, 650 баксов? Вот мне в чем вопрос. На бесплатных сайтах, ёпта. Такие вы странные, ёпта. Нет, еще не приняли. Ну ладно. Я забыл, а чё ты это поменяла? Чё ты новое поставила? На Твиче, я имею в виду. С крестом, да? Что это? Как говорится... Фрэнк, ты меня слышишь? Ой, слава богу, да, я слышу. Наконец-то. Кажется, действие микстур постепенно проходит. Фрэнк, слушай меня внимательно. Времени мало, поэтому я буду краток. Где ты сейчас? Доктор Фауст, это вы? Я в пещере под базой. Где вы? А слушай, я не могу долго говорить. Я знаю, что у тебя проблемы с памятью.
Но ты не должен останавливаться. Возьми одну из субмарин и двигайся по светильникам. Двигайся по свету. Вы меня слышите? Ответьте, прошу вас, где вы? Проклятие, связь пропала. Откуда эта связь была, во-первых? Вот. Он сказал, что мне нужно двигаться дальше. Почему? Где все? Обычно, знаешь, чтобы рация работала, нужно кнопку нажимать. Ну, чтобы разговаривать. Там, типа, это прием. И отпускаешь кнопку. Ну. А не просто держать ее и говорить в нее. Не знаю. $650, это сколько? 5к? 650 баксов, это где-то... Тысяч... 35, наверное? 40? Порнушные вымогатели. Боже. 50 уже? Сколько курс доллара-то? Хотя я, наверное, считать сегодня не умею вообще. Так, эту штуку мы находили. Заметка. Можно предположить, что климат здесь влажный и умеренный из-за вулканической активности в земной коре. Но точную причину мы не можем установить. Такое предположение будет или менее объясняет природу небольших обсидиановых обломков, разбросанных повсюду. Так что существование таинственного камня, который встретил нас в Круглых Врат. Будучи учеными, мы не можем полностью объяснить большую часть наблюдаемых вокруг феноменов. Мы не нашли никаких признаков, указывающих на истинные мотивы воятелей и резчиков, которые создали фигуры в этих предположительно очень древних пещерах. С уверенностью я могу сказать только то, что в этом месте содержится нечто странное. Взяв обеими руками пригоршню местной почвы, я ощутил слабое чувство, которое не в состоянии описать словами. Я уверен, что ни один смертный никогда ничего подобного не испытывал. Этот лабиринт затопило в какой-то момент, или туннели прорезались прямо под водой. Прорезали прямо под водой. Вчерашнем вечернем собрании это было главной темой обсуждения. А то, о чем неоднократно говорил доктор Фауст, ссылался на мрачную книгу в кожаном переплете, сильно пугало, по крайней мере, тех, кто понимал соответствующие отсылки. Мегалитические статуи, украшенные менгиры и плоские плато из отполированного камня, которые нам повстречались, наводили на мысль о том, что это место было чем-то вроде религиозного храмового комплекса. Мы не можем представить, как оно выглядело раньше, поскольку сейчас оно лежит в руинах без каких-либо признаков подводной флоры или фауны. Мы закончили последнюю проверку субмарина, они готовы к следующему плаванию в неизвестность. Мы установим на пути источники света, чтобы в следующий раз нам было проще. Скоро все участники первого исследовательского плавания, которым руководил доктор Джеймс Барлоу, отправятся к новой точке назначения, которая, похоже, приблизит нас к мифическому входу в легендарный потусторонний мир. Забавно, но меня мучает вопрос. Мы ищем нечто, что не следует искать, или мы пользуемся в своих... Чё? Пользуемся в своих поисках не теми средствами. После всего, что я испытал, прочитал,
и узнал здесь, после всех этих беспокойных ночей, проведенных за обсуждением законов природы и способом их преодоления, также того, что лежит за гранью нашего восприятия, достижение определенного состояния, чтобы видеть без глаз. Даже я не могу отделаться от мысли, что наш путь может привести прямиком в ад. Доктор Морган Блейк. Ни малейшего понятия, что могут люди сделать с доступом к твоей видеокамере и к твоему микрофону. Вообще просто что? Малый вариант гигантской статуи, которую я видел раньше, она вырезана из металла, который я не в состоянии опознать. Кроме того, она похожа на маленькую. В мельчайших деталях повторяет большую статую. И чё? Не, просто за это они у тебя просят $650. Серьезно? Да чё я там не видел, ёпта, алё. $650 за это платить. Потом на том же сайте и посмотрю. Если выложите, да. Стрим без Твича? Не. Архимон. Так, это наши субмарины, да? Окей. Хотите войти в субмарин? Ну да. Чем ты меня спрашиваешь? Дороги назад нету, типа, что ли? Тянг таким методом проще развести. Опять-таки. Каким? Выложу видео? Выложу. Че? Кого ты вот этим напугать-то хочешь? Дельфин. Очень маневренная, компактная исследовательская субмарина. Чертеж субмарины. Следуй вдоль фонарей. Схема. Чертеж субмарины. Рыбка. Управление. Входной шлюз. Управление прожектором. Передняя защитная секция. Двигатель всплытия. Двигатель погружения. Гидрофон. Вспомогательный пропеллер. Дизельный двигатель. Основной пропеллер и руль. Нуль управления. Схема приборной панели. Датчик давления в компрессоре. Датчик давления в двигателе. Датчик осадки в соленой воде, спидометр, датчик машинного телеграфа, сигнальная лампа, течи, сигнальная лампа перегрева, сигнальная лампа, чего-то там еще. Так, и шо, как тебя запустить? Слышь, говно. А. Так, медленно. Двигаться вперед. Двигайся вдоль огня, они сказали. Хорошо? Окей. Не, понимаешь, что интимность имеет особое значение, но... Дому дороги.
Симность за хост. Ядрить сабнафтика началась, ты посмотри. Так, стоп. Я не могу подняться, почему? Ты едешь, нет? Типа я застрял, что ли? Стоп. Я не вижу, куда мне плыть. Вон те огни, что ли? Ну, поплыли вон туда. Я не знаю. Привет, Настя, спасибо за хост. Здравствуй. Че все ржут-то, не пойму. Или это один Данич там, блин, ржет как ненормальный. А, это один Данич, окей, понятно. Ничего не происходит, но кто-то ржет, значит, Данич или Джеди, я не знаю, один из двух. Так, идем по свету. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что... Что-то там сильнее и дороже, всегда верчивее и строже. В этом мире доброта. Тихо. А что происходит, собственно? Стоять. Мне вперед или куда мне? Что я фонаря не вижу. Один фонарь внизу. Других фонарей тупо нету. Значит, нам нужно туда. Только я сейчас там шарахнусь во что-нибудь сто пудов. Червяк Джим, блин, какой-то. Я не уверен, что я смогу здесь протиснуться. Хотя вот тут, может быть, смогу. Но это не точно. Окей. Да не, вряд ли. Уж я там не мог протиснуться. Хера ли я тут протиснусь. Где тогда проход-то? Да плыви ты уже, ёпта. Плыви, говорю. Так. Чё я могу выше подняться? Обзор такой прям вообще беда какая-то. Так, смотрим, куда можно проплыть. Пока не вижу вообще ничего. Ну,
Ну блин, тут реально проход вот один, единственный сюда. Ну и где? Нет, серьезно? Не понимаю. Выше я почему-то не могу подняться. Ниже могу. Выше нет. Мы же не протиснемся здесь. Ты серьезно? Каким-то, о чудо, неизвестным образом. Просто так вылезти и поплыть нельзя. Да они сейчас все, блин, снимут. Они вон уже и Чип и Дейл тизерят. Черным плащом вообще мне непонятно логики. Все что-то так взбудоражились. О, говорит, черный плащ, короче, в утиных историях появился. Блять, он появился с год назад в утиных историях. Это была лучшая серия в утиных историях. Но нет, ёпта, черный плащ появился только сейчас. Зашибись. Я не удивлюсь, если еще и мешки Гамми, блин, появятся. Да я не против, утиные истории норм были. Ну, те новые. Но они сейчас норм, мне нравятся они. Я, правда, перестал смотреть, потому что времени не могу найти на это все. Хоть туда, блин, плыву-то. Что-то я огней перестал видеть. Все, вижу, вижу. Если что, не понимаю, это вот эти вот ребуты... мультфильмов на тему фильмов. Херню. Вот точно, Сабнафтика. Короче, когда они берут мультфильм какой-то и делают из него фильм, вот это я не понимаю. Нахер это надо? Причем они переделают чуть ли не слово в слово. И нахера это нужно? Только бабла есть срубить. Но мне просто кажется, что на это ты бабла больше потратишь. Как мне не хватает Сабнафтики, я сейчас понимаю. Когда ты плывешь в какую-то неизвестную хероту,
Не знаешь, что тебя ждет там. Ну, то есть в жизни я так делать не буду, а вот в игре ради бога. Лезть в какие-нибудь далекие дали. Нет. Один будет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Окей. Окей. На меня напала осьминожка. Чуланчик. Отклонить. Чуланчик. Привет, Ингаверин. В поле нужно указать, что ты хочешь посмотреть. В чуланчике. Говорите мне точка, ну это такое. Что происходит? Я назад тебе повернулся, что? А? Что-то я все сломал, короче. Надо было вперед куда-то, наверное, пойти. Где я? Как я сюда попал? Да мне откуда знать? Ворно журнал или хотя бы обычное? Единственные журналы, которые у меня есть, это журналы по играм. Какие в жопу порно-журналы? Откуда вы берете такие идеи-то нахер? Что я на Твиче вам порно-журналы буду показывать? Вы что, совсем что ли? Головой стукнулись. Идите. А, ну понятно, к 9 часам вечера время. Люди начинают сходить в это, сходить с ума в это время обычно. Ну все, чат поехал. Рандеву с незнакомкой, все. Другим участникам экспедиции. Кто-нибудь меня слышит? Один человек погиб. Двое получили травму во время обвала в ледяной пещере. Тут кроме нас есть что-то еще. Не ходите по нашему маршруту. Повторяю, не ходите по нашему маршруту. А, мы пойдем по ним. Да, я слышу тебя, это Фрэнк. Отец святого, что произошло? Как вас найти? Фрэнк, не уходи из своего маршрута. Мы встретили нечто ужасное. Не ходи по нашему маршруту, что бы ни случилось. Уже это дьявольское преисподнее пытается питаться какой-то энергией. Энергией, которая накапливается в странных каменных объектах, похожих на увенчанные кристаллами обелиски. И они могут убираться с дороги эти растения. Могут убирать с дороги эти растения. Хорошо. Доктор Фауст. Ну только не опять. Камон! Бессмыслица, я не понимаю, что происходит. Так все, минус 5к бежу. Я нажал отмену, тебе очки вернулись. Не журналы, а журналы.
Не наглей. В смысле журналы? 5000 он заплатил, чтобы все журналы я тебе показал. Видишь, какой?